Владимир Колокольцев начал видеоконференцию со слов благодарности, подчеркнув, что только совместными усилиями полицейских и общественников удалось как на федеральном, так и на региональном уровнях повысить престиж органов внутренних дел и повысить уровень законопослушности граждан. Весомый вклад в эту работу внес и общественный совет при МВД по Карачаево-Черкесии. Больше был акцент на правила дорожного движения, потому что, к сожалению, в нашей республике дорожно-транспортное происшествие возросло. И мы проводили больше акций, больше акцент делали на эту тему. Дальше по молодежи мы делали по безнадзорности, беспризорности очень много мероприятий, которые мы сами уже придумывали, сами на региональном этапе. Мы соглашение заключили с «Единой Россией», которая не делалась до этого ни разу. И на этом соглашении мы, взаимодействуя с «Единой Россией», мы объездили все образовательные учреждения и предупредили о профилактике безнадзорности и беспризорности молодежи. Особое внимание в нынешнем году совет уделил детям и подросткам, находящимся на профилактическом учете. Для них были проведены десятки мероприятий различного формата. Личным примером только может взрослый показать, не так, чтобы нотации читать, а именно личным примером. Мы для этого придумали наш региональный проект «Спорт, полиция, дети», где полицейский наряду с правонарушителем, который состоит у него же на профилактическом учете, вместе с ним в спортивной одежде прыгает и делает те же эстафеты, которые делает его подучетный ребенок. В планах на будущий год у общественников республики несколько приоритетных направлений. В их числе мероприятия по профилактике нарушений ПДД. С этой целью будет разработано несколько региональных проектов. Кроме того, членами общественного совета подготовлены и внесены предложения об ужесточении наказания для водителей, нарушающих правила дорожного движения. Раймеш Энердамир Князев, Архыз 24.